Я скажу несколько слов от имени «Справедливая Россия», как вы сказали, квази-оппозиции. Я могу сказать очень просто. Во-первых, если говорить о территориальном устройстве и всех этих либеральных идей, как здесь их критиковали, конечно, Россию делить нельзя, давать землю нельзя. На какой идее мы можем устроить страну? Идея очень простая, миром опробована и работает блестяще. Это идея патриотизма. Никакой иной универсальной идеи никакой стране не существует. Любить свою страну, свою историю, свой народ и делать все для этого, для того, чтобы страна была достойна. Что касается, я понимаю, что многие из нас с вами имели главного противника, главного врага, привыкли рассматривать его на картах, в реинструкциях, приказах. Но давайте говорить дальше совершенно откровенно. Вот можно давать нам глубочайший анализ. Группировки и так далее и тому подобное. Все значительно и проще, и сложнее. Россия, по большому счету, давно завоевана. Завоевана номенклатурой, которая может разбиваться на группировки, может не разбиваться, но доктрина нынешней власти является разворованной страны, формированием многомиллиардных капиталов вместе с крупным капиталом, без крупного капитала, путем откатов, распилов и так далее. И вывод этого капитала в значительной степени на Запад. Поэтому говорить о том, что наша элита связана своим будущим со страной, абсолютно бессмысленно. Я думаю, что в этом зале можно сказать по фамилии Бжезинский, который год назад, обсуждая аспекты противоракетной обороны, заявил буквально следующее. Он не видит ни одного случая, при котором Россия способна прибегнуть к своему ядерному потенциалу до тех пор, пока 500 миллиардов долларов русской элиты, он так сказал, находится в американских банках. И вы еще разберитесь, сказал он, обращаясь к нашей делегации, чья это элита, ваша или уже наша. Поэтому сейчас вот говорить о том, что мы там какое-то стратегическое противостояние и прочее, вы знаете, это уже, к сожалению, бессмысленно. Вот та наша номенклатурная элита, которая реально у власти находится, а власти опять в России номенклатура, только она не ограничена, в отличие там, от предыдущих номенклатур, ни идеей, не интересами стратегической собственности, она у власти, дербанит страну, и это вот то, что сегодня составляет по сути главный политический процесс России. Все остальное это уже, так сказать, оформление. Теперь по партии, которую я представляю. Можно все что угодно говорить, но у нас с вами одна страна, одна эпоха, у нас нет с вами ни другого народа, ни других политических партий. Мы, конечно, строим современную социал-демократическую партию. Безусловно, мы считаем, что это перспектива. Мы считаем, что это, за это надо побороться и будем это делать. Я лично считаю, являюсь, скажем так, застрельщиком, идеологом курса на сближение всех левых сил России. И по моей инициативе были сделаны, может быть, несколько преждевременно некоторые заявления о возможном альянсе с КПРФ, но я считаю, что зря мы упускаем эту возможность. И если я стану депутатом, я надеюсь, что это произойдет, я сделаю все для того, чтобы в России возникло объединение левых сил, потому что надо брать власть в свои руки, формировать правительство народного доверия, устанавливать контроль за властью в лишнем виде парламентского, гражданского, общественного контроля, освобождать СМИ, чтобы оппозиция имела возможность выражать свою точку зрения, а не так, как сегодня. Смотрите, ни одной камеры у вас нет, и вряд ли они осмелились сюда прийти. И так далее. Поэтому надо мыслить сейчас современно, и понимать, что если власть не будет сменена, перспективу России как суверенного, независимого государства нет. И поверьте мне, сегодня и всегда самый опасный враг был внутренний. Советский Союз и Россия погибли только из-за того, что была монополизирована власть, из-за того, что застой в стране и в верхушке политической власти, то, что мы наблюдаем сегодня про Единой России, это самая опасная монополия, которая всегда ведет страну к развалу, народ к трагедии. Вот это надо отменять. И последнее, по выборам. Если вот поступал предыдущий товарищ, Доку Маедову еще, говорил, не пойдем на выборы. Я думаю, аплодисменты в Единой России, в бюрократии, были бы еще больше такому призыву. Потому что на самом деле, только в молчании ягнят превращает нас в стадо баранов. Правильно. И вот мы предлагаем всем политическим силам, отправим в понедельник письма, я лично их подписал, провести 27 ноября в Москве митинг всех политических партий, всех здоровых политических сил, всех, кому дорога судьба страны, с требованием власти проведения честных выборов. И пригрозить,
что если будут так, как фальсификации, как это было раньше, у нас с вами есть варианты и минские, и ливийские, и так далее. И пусть тогда не обижаются. Вот мне кажется, что сегодня пора заявить о том, что в России формируется гражданское общество, формируются люди, которые не будут молчать, формируется система, которая, по большому счету, может дать бой власти, и мне кажется, надо идти на выборы, и голосовать против монополий, голосовать за те партии. Не может быть никакой военной партии, не может быть никакой партии строителей, не может быть никакой партии, там, не знаю, кого-то еще. Это могут быть только движения. Партии должны строиться на идейной основе. Кому-то нравится одна, кому-то другая, это право каждого. Но я считаю, что прийти, голосовать, вести с собой соседей, друзей и не дать сфальсифицировать, насколько это возможно. У нас с вами время до системного кризиса России, который может нас похоронить, остается 3-4 года максимум. И вот это надо понимать. Спасибо. И уже сегодня надо дать бой. Спасибо, Геннадий.